Омские парки начали обрабатывать альфа-трином. Это специальное средство, которое убивает клещей. Главное, при обработке погодные условия. День должен быть солнечным и безветренным. Раствор держится на поверхности и отпугивает насекомых в течение 45 дней. Затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинфекцию обычно проводят каждый месяц. С мая по октябрь мечей просят обращать внимание на информационные таблички, ведь от прогулок по обработанным территориям и выгула на них домашних животных лучше воздержаться. После обработки людям нежелательно 3 дня находиться на этой территории обработанной. Средство защиты должно быть, это во-первых, это же яд. Мы же обрабатываем территорию. А насколько могут быть вредны последствия, если надышаться этим? Бывали и такие случаи, что люди с температурой 40 попадали в больницу.